полицию Ленинска-Кузнецкого обратился местный житель с заявлением, что потерял банковскую карту, с которой были похищены все деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 66-летний водитель такси. Мужчина признался, что нашел банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты в автомобиле и решил воспользоваться ею. Он совершал покупки в различных магазинах, рассчитывая за товары, найденные картой. Сумма ущерба составила более 17,5 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 6 лет лишения свободы. Полицейские напоминают, что согласно статье 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, находка, нашедшая вещь, в том числе денежные или платежные средства, гражданин обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное, либо оставленное имущество законному владельцу, либо передать на хранение сотрудникам полиции.